虫のように増えてゆく蝕む炎吹き消せし筆止まらぬこと生み出すら Say yeah 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 Say yeah Say by this わめこんなんです泣いて塞いでそれでも挑むよ最高潮で狙っていて yeah 設定掴んで勝者は Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Наруто Шиппуден Ultimate Ninja Storm 4. Мы с вами продолжаем проходить режим приключений. Прежде чем мы начнем, само собой, хочу поблагодарить группу Наруто ВКонтакте за поддержку данного проекта. Ссылку найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на эту группу, если еще не подписаны. Итак, продолжаем режим приключений. Собственно говоря, мы будем по ходу участвовать в жарких боях, где будем выбирать персонажей. То есть сегодня я, в принципе, выбрал желтого персонажа для дополнительных боев. Это будет Ханаби Хьюга. Это сестра Хинаты. Это персонаж, на самом деле, которого я до предыдущей серии вообще ни разу не видел. То есть я слышал, да, там только были какие-то небольшие моменты в аниме, то есть говорили про нее, но как в действии, особенно в боях, никогда ее не видели. Очень хочется посмотреть на конкретно ее техники, на ее способности, ну и вообще, собственно говоря, на все остальное. Я сегодня-завтра куплю сразу сезонный пропуск на Naruto Storm 4, чтобы все DLC, которые будут выходить, само собой, сразу загружались, и будем их проходить. Там будут, говорят, сюжетные новые какие-то, там, ну, само собой, новые костюмы, персонажи, то есть, ну, стандартным набором. Так, здесь мы сохранились. Так, давайте посмотрим, что у нас там по миссии. О, смотрите, у нас там Инна что-то хочет. Слушай, я должна тебя кое-чем попросить. У тебя есть платиновый слиток? Мне нужно 3. Да, давай мне, правда. Что? Ты правда отдашь это мне? Ого, огромное спасибо. Я знал, что не зря обратился к тебе. 20 тысяч рублей дали просто. Ну, просто дали 20 тысяч рублей. Хорошо, так, а что у нас тут вообще по заданию? Так, давайте посмотрим. Тут вообще где-то в окрестностях надо найти киллера Би. Вот, и еще бой за Коноху, то есть у нас тут есть. Что у нас с этим? Похоже, дети собрались в парке Конохи. Так, это понятно. Киллер Би из деревни Облака видели на окраине Конохи. Что он там делает, не знаем. То есть было бы неплохо, на самом деле, наверное, его поискать. Так, открываем карту. Здесь у нас есть только сейчас, по-моему, дополнительные задания. А нет, смотрите, у нас там красным еще моргает. Надо к Хокаге, наверное, сбегать и посмотреть, что... Кстати, можно же телепортироваться, что... Да, да, можно телепортироваться. Так, холл поместья Хокаге. Ну, чтобы просто так не бегать. Такой халявный телепорт нам дали. Так. Ох, какаши-то. Какаши-сенсей, мы вернулись. Где же у нас свой какой-никакой сюжет есть? Как ему идет, а? Всем привет. Отличная работа. Ну, как все прошло? Надо было просто лишь доставить письмо. Проще простого. Что-нибудь еще случилось? Что-нибудь еще? Сакура? Простите. Вы подготовили для нас такое простое задание, но ничего важного не произошло. Я так и думал. Я этого ожидал. А? Ну что, беспалево шепчется. Как-никак, я знаю, что ты очень занят. Поэтому решил дать тебе простое задание. Правда? Так внимательно с вашей стороны. Теперь мне даже неловко. Шестой? О, Шикамару. Наруто, ты вернулся? Ну как все прошло, Шикамару? Плохо. Ее здесь нет. Похоже, она отправилась в деревню Облака. Деревня Облака. Кого вы ищете? Госпожу Цунада. Я хотел узнать ее мнение о правилах управления деревней.
Ну что ж, спрошу в другой раз. Мы пойдем. Наруто, Хината и я. О, у нас, видите, еще есть свободное время. Что? Я тоже должен идти? По-моему, это хорошая идея. Госпожа Цунада, скорее всего, прислушается к Наруто, чем к кому-то другому. Да-да. Пожалуй, ты прав. Могу я тогда попросить вас троих выполнить еще одну просьбу? Хорошо, да, конечно. Тогда, как будете готовы, встретимся у врат Конохи. Да всегда готов. Ну и ну, все произошло так быстро, я даже не знал, что сказать. Прости, Наруто, но мы рассчитываем на тебя. Да, само собой. Наруто последний раз просто ему пинка дают, иди туда, и все равно. Наруто, будь осторожней. Непривычно слышать от тебя такое. Твое тело больше тебе не принадлежит. Что, о чем ты вообще говоришь? Смотри, они уже собираются в путь. Странные намеки Шикамару делать. Не, ну я, в принципе, понимаю, о чем речь. Он скорее Шикамару, я так полагаю, больше не беспокоится за Хинату. Такое чувство, что я позволяю всем водить себя за нос. Хотя, может, мне это просто кажется. Да нет, вообще-то не кажется. Так и есть. Едва вернувшись к Коноху, Наруто отправился в деревню Облако. Чтобы найти там Цунаду, вернуться домой. Несмотря на то, что происходящее вызвало у него определенное беспокойство, Наруто отправился на поиски Цунады. Ох, чувствую, сейчас мы набредем на неприятности. А теперь, может, мы можем попасть в локацию деревни Облака. Вообще, замечательно. Так, но единственное, что Какаши-сенсей сказал, что нужно с ним встретиться возле ворот. Ну, я как бы вообще не против. Так, где? Врата Конохи. Да. Так. Где же он? Так, вон там Хината. О, господи, Сакура там стоит. Так, может, к Сакуре подойти? Что? Здесь только ты, Сакура? Где Хината? Она еще не пришла. Значит, придется подождать? Ну, как бы... Смотрю на деревню и не могу поверить, что несколько раз ее чуть не уничтожили. Что? Сначала операция по уничтожению Конохи, потом война, но сейчас все хорошо. Каждый старался изо всех сил, поэтому нам удалось вернуть жизнь в мирное русло. Это просто невероятно. Ты прав. Кстати, я считаю, что она просто невероятная. Кто? Хината. Что? Ты ведь понимаешь Пейна? Пейна? Члена Акацки, который напал на нашу деревню? Там, наверное, было «помнишь». Только сейчас. Да, когда сражался с ним, он загнал меня в угол, мне пришлось несладко. Именно Хината спасла меня в тот раз. Да, было дело, на самом деле. Там, кстати, очень клевый бой был, это в Наруто Шторм 2 у нас мы проходили, вообще офигенно было. Да. Сразиться с Пейном настоящее безумие, но когда она пришла спасать меня... Ей было совсем не страшно, я был так удивлен. Да, мы сейчас погружаемся в воспоминания того боя. Интересно, мы за Хинату будем играть? Да, за Хинату вообще здорово. Так, начать бой. Так. Условия боя. 40% жизни нужно оставить, тайную технику, контратаку и в принципе и все. Ну, что сможем, то сделаем. Против Пейна. Обалдеть, Хината против Пейна, на самом деле очень здорово. А ну иди сюда. Ты, что с гвоздями на лице? Бить хочу тебя я. Здорово. Так, ну-ка. Ну-ка что-нибудь. Хо-хо-хо, поймали. Красиво. Интересно посмотреть на все потом вот эти различные совместные техники. Их очень много в игре. Так, понятно. Я все время забываю, что у нее, в принципе, некоторые стиль боя похож на бой Неджи. Ну, по крайней мере, Неджи. Раньше у него вот этот прием был. Такой больше защиты, наверное. Ну, хорош там что-то. У него уже пробуждение есть. Ах ты ж редисина. Так, можно завершить, сделать тайной техникой. Ну, в принципе, давайте сделаем, почему нет. Ага. Ой, смотрите, а мы ему повредили немного. Да чтоб тебя. Так, я хочу тайную технику сделать. Ну, я, как обычно, очень люблю тайный фактор.
Да чтоб тебя. Ну-ка. Блин. Блин, чакры на это съедается на каждую попытку. На самом деле просто ворох. Есть. Тайная техника. Сейчас будет тайный фактор. Я всегда буду убегать. Я никогда не продвинусь вперед, если я всегда буду убегать. Стиль мягкой руки, кулак. Двойной кулак или два. Ну, понятное дело, что Пейн на самом деле сражался тогда намного сильнее. И Хинати бы не победить его. Ну, ладно. То есть сложность здесь сейчас небольшая идет. Сложность большая вот в этих вот жарких боях. У нас, кстати, жаркий бой сегодня будет. По-моему, уровня 3. Или уже 4. Там, на самом деле, они просто с ума сводят. И мы там будем играть за Ханаби Хьюга. Заодно будем смотреть, что она себя представляет. И какую-нибудь посмотрим тайную технику, если сумеем сделать. Так, осколок воспоминаний. Я там где-то, да, мне писали, что я где-то там, по-моему, забыл осколки. Ну, в принципе, не страшно. Я, может быть, потом дополнительно еще побегаю, пособираю их. Она сражалась с ним до самого конца. В итоге Пейн оказался слишком силен, и она проиграла. Это верно. Но она все равно смотрелась очень круто. Тебе стоит сказать ей это. Что? Почему? Почему? Потому что ей будет приятно. Правда? Зачем мне ей это говорит? Она ведь и так потрясающая. Даже не знаю иногда, как с тобой разговаривать. Она все слышала. Хинат там стояла и уши грела. Но все же интересно, почему ее до сих пор нет? Простите, я опоздала. А, вот и ты. Ага, поспешим. Похоже, ты в хорошем настроении. Да, интересно, почему? Ну да ладно. Так, нам пора в деревню Облака. Бабульку искать. Чувствуется, надо еще так просто не пойдет. Наверняка будут какие-нибудь эти воспоминания там и все прочее. Так, ладно, погнали. Нам нужно в деревню Облака. Перейти. Так. Остров Черепахи. Я так полагаю, здесь у нас, наверное, кстати, будет этот. Киллер Би. То есть тоже бы потом до него добраться, ну ладно. Это мы сейчас здесь. Нет. А, вот деревня Облака, все. Торможу. Еще хочется потом по всем этим локациям побродить. Где что не доделано, где что не дособрано. Но все равно приятно сделать режим приключений, то есть, ну, нормально. Еще потом DLC все вот эти вот, когда выйдут, я не знаю, сколько их там. По-моему, 3 будет, хотя я могу ошибаться, но... Так. Может сохраниться, кстати сказать, мы что-то с вами не сохранялись еще сегодня, хотя не так много прошли, но тем не менее, давайте. Все сохранено. Так, погнали. Цунаде, где ты есть? Так, вон тут какое-то задание дают. Давайте, что ли, возьмем. Мне как бы не... Мой свиток пропал. Может, я забыл его в поместье Райкага? Короче, ладно, свиток, короче, надо поискать. Так, еще одна сохранялка. Не знаю, зачем вот так много. Мы добрались до деревни Облака. Значит, она здесь, да? Ну, наверное. О, Шизуны. Шизуны? О, Сакура, Наруто с Хинатой. Что вы здесь делаете? Какаша, шестой, хотел о чем-то поговорить с госпожой Цунаде. Мы еще ищем ее. Где бабушка? Госпожа Цунаде, она сейчас, ну, как бы немного занята. Опять играет, да? Ладно, я поищу ее. Опять день бухает, да играет. Он туда пошел? Надо помочь ему? Да. Да, думаю, это займет немного времени. Не займет много времени, я быстро найду ее. Так, давайте карту, блин, взглянем. Так, пополни карту. Так, где у нас жаркие поединки? Вон, жаркие поединки у нас там дальше. Так, мы пришли снизу. Здесь можно еще немножечко полазить. Давайте полазим здесь. О, здесь можно что-то поговорить. Моя мама больная, я хочу купить ей лекарство. Пожалуйста, это все, что у меня есть. Прости, но это один из моих товаров. Если тебе нужен, придется заплатить 4000. Да, конечно, заплатим, господи. Спасибо, теперь могу купить маме лекарства. Благодарность, мы получили серебряный свиток, 5 штук. Вообще супер. Так, здесь можно еще пройти, посмотреть, поговорить, что к чему. О, здесь местный магазинчик, давайте посмотрим, что в нем продается. Добро пожаловать, и тебе не болеть. Так, покупка. Продавать ничего не хочу. Всякие обеды. И все?
Нет, мне обеды пока что не нужны. Обеды были, кстати, более-менее нужны еще в Naruto Storm 3. Во второй части как бы это вообще ничего не нужно было, хотя тоже все это дело продавал. Здесь я тоже не заметил, чтобы оно нужно было. Как я уже ранее говорил, наверное, это проблема всех частей Naruto Storm, то есть вот эти все предметы, все обеды, вот это все как бы, ну, не совсем нужно в игре, потому что, ну, не используется. Так, там вот, смотрите, ребенок какой-то, давайте с ним поговорим, прежде чем в жарким боем. Так, моя кошечка потерялась, она серая, ее зовут Хиноске, она та еще хулиганка. О, опять убежала ко входу в деревню. Хиноске обожает это место. Ладно, ладно, потом найдем. Так, ну что, жаркие бои? Иди сюда. Горячая кровь. Эй, ты, хочешь принять участие в жарком поединке? Уровень 7? Уровень 7. Атака противника увеличена на 70%, защита на 7. Здесь у нас Киллер Би вместе с Райкаго. Сейчас... Наруто, нас сейчас на лапшу порежут. Ну ладно, как я обещал, играем за Ханаби. О, что это такое было? Первый? Не знаю, что это за менюшка какая-то вылезла. Раньше она у меня не было ее. Так, персонажей ворох, играть будем, наверное, потихонечку потом за всех. Как только закончится режим приключений, то есть потом в свободных боях и боях по сети, потихоньку будем всех остальных персонажей смотреть. Я обязательно посвящу этим, вот, Доталова. Будем рассматривать. Так, Ханаби Хьюга. Никаких дополнительных костюмчиков нету. Так, может, она прекрасно вот вместе с Хинатой. И вместе еще, кстати, с Неджи. Ох, я чувствую, вообще будет. Так, стиль вращения или 8-3 грамм ладонь ветра. Стиль Ханаби. То есть, давайте вот это попробуем. 8-3 грамм ладонь ветра. Прикольно, что вот эти все можно менять, на самом деле, короночки. То есть лишний повод еще раз поиграть за того персонажа. А когда костюмчики будут новые, то вообще будет огонь. Райкага и Киллер Би. О, это будет реально тяжело. Это тяжело. Сейчас с первого раза не смогу выиграть, сразу говорю. То есть это... Итак, Ханаби. Ты что, с ума сдурел? Уже начал тут. Вообще, это серичка такая. Так. Так, понятно. Я вызвал Неджи, он делает хорошую защиту, так что... Тихо, 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 тихо. Так, киллер, киллер Би. Хината? Так, Хината у нас атакует. Нормально. Блин, вот от этой атаки она хорошая, конечно, но как бы легко очень уклониться. Хотя, смотрите, он без пеньков остался. Че теряюсь? Да на тебе. Так, давайте сейчас попробуем какие-то еще приемчики. Так, Неджи, ну-ка, помощь твоя нужна. Двойная атака врачей, на самом деле, прям здоровская. Уйди от меня! Мать честная. Представляете, сколько мне жизни сейчас это сдует? Прямая молния. Меня почти убило. А ну-ка, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Да ты... Я тебе все равно сейчас победил. Вы посмотрите, я попался на один прием. Мне просто сдуло почти все жизни. Я специально хотел применить ментальную технику. Да, сейчас еще раз будем, ты не переживай. Там кто-то появился. Ну, потом с ним поговорим. Да, да, все сейчас сделаем. То есть я буду сражаться до последнего. Я хочу посмотреть вот тройную технику. Они очень красиво выполнены, на самом деле. Сколько бы эта попытка мне не заняла, то есть, ну, на самом деле все будет нормально. Так, да, да, состав тот же самый, только теперь у нас будет стиль Ханаби вращения. Хотя, а, это тайная техника у нас в вершине, тогда я еще до сих пор так и не сделал. Вот так. Начинаем бой. Я не буду, скорее всего, переключаться на Неджи и Хинату, потому что их я как бы уже видел, вот, и может в этот день поиграю, я хочу именно поиграть за Ханаби сейчас. Ты! Старый ты пердун. Так, Хината. Во, нормально. Хорошая серичка была. Блин, вот на это лучше вообще не попадаться. То есть, ну, как бы... Блин, вот на это... Уйди! Уйди, 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 уйди от меня! Так, Неджи. Вот, зараза, вот как вы... Как же вы любите уклоняться от всей этой хрени? Есть! Бедный Киллер Би, ему прилетело.
8 ладоней, 16 ладоней, 32 ладони, 64 ладони. О нет, у меня ведь была отличная прическа. Теперь ей конец. Такая смешная. Так, и вообще на самом деле реально защита противника очень большая. Да ты смотри, что делает. Блин, урон наносит просто адовый. Так, мне нужен что? Я хочу тайную технику. Ой, бедный киллер Би, ему еще раз прилетело. 8 килограмм, 64 ладони. Так. Я только пол жизни ему снял. Посмотрите, сколько, как у него много жизни, а. Вообще супер. Золотой сюрикен получили. Так, Неджи. Ты как-то немножко не помог, скажем, прям. Честно, киллер Би, спокойно. Блин, мне... Блин, хорошо, что не получилось. Так, ну что, попробуем. Так, ну-ка, давай. Есть, попался. Ладонь ветра. О, папашка вылез. Ой. Бедный Райкага. Ой, как ему пушисто прилетело. Так, тихо. Но он меня сейчас убьет, вы посмотрите. Блин, у меня пеньков нет, он мне сейчас один удар сделает, и мне крышка. Смерть тебе от руки. От ладоней. Посмотрите, сколько у меня жизни, у меня не осталось жизней. Похоже, еще многому надо научиться, я должна стать сильнее. А, клевая. Клевая Ханаби, мне понравилась на самом деле. Красивая техника семьи Хьюга. А мне даже в какой-то момент Райкага стало жалко. Титул едва. Потому что жизни у меня было там процента полтора, наверное, даже не меньше осталось. Ого! Огня не было, но я точно могу сказать, что твой дух пылал. Мне нужно самой поскорее разогреться как следует. Больше не хочу проигрывать. Так, ну хорошо, шуруй отсюда. Жаркий поединок уровень 7 прошли. Так, поехали дальше. Где-то здесь у нас должна быть... О, давайте, кстати, сохранимся. Сохранить игру? Да, давайте сохраним. Поединок был тяжелый, но клевый. Как я говорю, жаркие бои на самом деле очень здорово сделали. О, Цунада там, смотри, собрала какую-то ребятню вокруг себя. Попалась? Что ты делаешь? А ты не видишь? Я осматриваю пациентов и лечу их. Мы перед ней в огромном долгу. Она лечила нас совершенно бесплатно. Она всех осмотрела и даже помогла мне. А, бабушка, что здесь происходит? Подожди минутку. Ого. Ты путешествуешь и помогаешь людям своим лечебным ниндзюцу? Я рада, что Какаши стал новым Хокаге, но мне скучно сидеть без дела. Я решила чем-то заняться, а остальное ты уже знаешь. В мире не так много ниндзя-медиков, поэтому что я делаю, должно помочь. Ниндзя-медик, значит? А ты ведь и мне тогда помогла. Кажется, я знаю, о чем ты. Да, когда мы пошли тебя искать. Точно. Когда вы с Джирай отправились на поиски. Найти тебя было непросто. И когда вы наконец это сделали, у нас на пути стал Орочимару и Кабута. И мне тогда очень хорошо досталось. Да, я так и думал, что будет, вот это будем вспоминать. На самом деле, бой реально был клёвый. В аниме был офигенский бой. Тогда у нас Наруто тогда первый раз использовал Расинган. Ну, тогда он поспорил с Цунадой. Ну, вы все знаете, что он рассказывает. Но ты спасла меня своим лечебным ниндзюцу. Тогда я была в плену моего прошлого, но ты мне помог увидеть луч света во тьме. Да, было дело тогда. Цунада тогда там грузилась очень сильно. Его глаза всегда смотрели вперед, его настрой и уверенность, вот что спасло мое сердце. Ты всегда смотрел вперед, и пусть как будто был сильнее тебя, ты сразился с ним, не дрогнув. Наруто против Кабута. Да. Было дело. Начинаем бой. Так, ну стандартное все это дело. Красиво это начало поединка, мне прям очень нравится, сделали, типа они так.
Ну, за Наруто мы играли уже много раз, на самом деле, то есть... Да иди сюда, что ты тут меня уходишь от меня? Воу-воу-воу-воу, схватил меня посреди Расангана. Блин, Расенган так долго заряжается. Наруто, я понимаю, что ты что-то только начинал его делать. Я хочу... Да... Ой, блин, Наруто. Ну что ж ты так тормозишь-то? Нет, Расенганом я лучше бить не буду. Я лучше тебя буду в воздух отправлять. Тихо, 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 тихо. О-хо-хо, попался Кабуто, полетел. Возможно, завершение тайной техники. Попробуем? Тихо. Пробуем. Блин. Так, надо чакру набрать. Я хочу сделать тайную технику на него. Ну-ка, иди сюда. Есть, попался. 200-кратная на руку Наруто Зумаки. 2000-кратная. Подожди, а это же была тайная техника, ты чё? Так, ладно. Долго уже опять тебя ловить на все это дело. Так, тихо. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, да, тайная техника не закончена. На самом деле, специально не стал уже это делать. Мне не хотелось второй раз его ловить. Потому что, как бы, вроде высветило сообщение, что можно добить тайной техникой, а тайная техника, в общем-то, не добила. Ну, ладно. Не шибко страшно. Осколок воспоминаний. Расенган Наруто. Получили карту 827. Обалдеть. Залазил я перед записью серии конкретно в этот в магазин. Там на самом деле ничего особо интересного пока такого не увидел. Я не умру, пока не стану Хокаге. Никогда не забуду эти слова. Когда я это услышала, я словно проснулась. Тогда я поняла, что должна защищать, несмотря на то, что я всего лишилась. Подумать только, что коротышка, который помог мне понять это, стал таким. А? Да, она это вслух сказала. Ты очень вырос, Наруто. Что? Жду не дождусь, когда он станет Хокаге. И не только я одна, думаю, Джирай тоже ждет этого с нетерпением. Бабушка, ты как-то странно себя ведешь. У меня такое чувство, что лучше нам им не мешать. Да. Хината ехидно похихикала. Хи-хи-хи. О, ты хочешь, чтобы я вернулась к Каноху? Да, Какаши-сенсей хотел о чем-то с тобой посоветоваться. Хм, хорошо. Приятно знать, что кто-то от вас зависит, правда? Кроме того, у нас почти закончились средства на то, что нам все равно пора возвращаться. А, точно. Вы всегда тратите так много денег, госпожа Цунада, и в азартные игры постоянно проигрываете. Что? Я думал, ты отправилась в путешествие, чтобы людям помогать. Послушай, это все непросто, мне надо же иногда расслабляться, знаешь ли. Ну, в последнее время вы очень много расслаблялись в таком случае. Так, сейчас Шизуна там прилетит под затыльник, чувствую я. Бабушка, ты никогда не изменишься, но по правде говоря, мне от этого даже спокойней. Тогда, пожалуй, нам пора возвращаться. Идем, Шизуна. Так, замечательно. Вы справились. Куда же мы делись? Так, ту-ту-ту-ту. Все нормально, все, мы справились с этим делом. Доступно новое событие. Событие теперь связано с Цунадо. Было бы неплохо посмотреть, но это потом. Осколок воспоминаний добавим в раздел. Ну, это я понял. Дело сделано. Наруто, ты просто потрясающий. А? Почему? Среди твоих друзей такие важные люди. Господин Казакага, госпожа Цунада, и все они тебе доверяют. Правда? Правда. Ну, как скажешь. Если честно, я не обращаю внимания на такие вещи. На хорошие манеры и правила поведения ты тоже обычно внимания не обращаешь. Хотя иногда это оказывается тебе на руку. Ты бываешь довольно строга, Сакура. Ну, что дальше? Бабушка пошла назад в деревню, так что нам тоже пора возвращаться. Да. Ах, что?
Можете секунду подождать, мне нужно пописать. Тогда просто иди, незачем все объяснять. Он никогда не изменится. У меня тоже на работе есть коллега, который, когда ему отлучится, он буквально вчера или позавчера был, тоже он такой говорит, мне говорит, нужно пойти пописать. На весь зал крикнул, я говорю, слушай, говорю, в следующий раз можно без подробностей. Ладно. Теперь гораздо легче. Хорошо, пора вернуться к остальным. Встретить с Сакурой и Хинатой. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас тут еще не выполнено. Там какого-то котенка нужно найти было. А? Да. Котенок этот где-то в начале деревни должен быть. Сейчас мы к нему пойдем. А точнее, пойдем его найдем сразу, раз уж пока здесь. Не могу поверить, что ему хватает наглости так грубо вести себя в присутствии дам. Сакура, я хотела кое-что у тебя спросить. Что? Почему ты так мне помогаешь? Ты договорилась с Какаши-сенсеем и тратишь свое драгоценное свободное время. Послушай, Хината, ты не самый настойчивый человек, правда? Правда. Но когда я вижу, как ты переживаешь за Наруто, волнуешься из-за него, стараешься ему помочь, ты напоминаешь мне меня саму. Что? И как член его команды, я рада, что в нашей деревне есть девушка, которая думает о нем. Если подумать, ты отнеслась к нашему путешествию с большим энтузиазмом, чем я ожидала. Раньше, когда я говорил о том, чтобы отправиться куда-то вместе, ты всегда сомневалась, помнишь? В прошлом я была рада просто наблюдать за Наруто из тени. Да, было дело. Но, оказавшись рядом с ним во время Великой войны, я поняла, что не хочу больше прятаться в его тени. Поэтому я решил двигаться вперед, пусть даже маленькими шагами. Ясно. Простите, что заставил вас ждать. Чё ты там так долго? Прости, прости, о чем вы говорили, это было похоже на очень личный разговор. Мы просто говорили о том, что Хината стала намного сильнее. Хината? Сакура! Да, я сразу вспомнила экзамен чунинов. Но она же тогда дралась с Неджи. Да, она тогда сильно волновалась. Но она, кстати, тогда очень неплохо себя показала, на самом деле. Но все равно здорово, что она смогла дать ему отпор, несмотря ни на что. Да, Неджи был тогда очень силен. Если подумать, именно тогда я начала смотреть на Хинату по-новому. Здорово повторяет этот бой. Итак, маленькая Хината против Неджи. Тоже маленького Неджи, но он тогда уже давал жару. Правда, был воскомерен, как Свинтус последний, но пока Наруто ему... мозгов ему не прибавил в поединке. Так, хорошо, сейчас немножко чакры наберем. Да чтоб тебя... Блин, у меня чакры не осталось, я думаю, что у меня не получается. Надо поднабрать ее побольше. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, спокойно, спокойно. Вообще, я тебе всю чакру растерял, которую, блин, столько копил. С вами тут. Так, ладно. Блин, одна и та же серия, к сожалению, получается. Пытаюсь ее как-то разнообразить, но... к сожалению, не так много. Во. Уже лучше. Блин, а у него, кстати, коронка есть. А у меня шиш с маслом. Блин, опять та же самая коронка. Я пытаюсь, правда, ее разнообразить. То есть мне пишите, почему там коронки, а не те же деньги получаются. Честно, я не специально. То есть я пытаюсь это все дело разнообразить, но не получается, ну, не всегда. Воу, воу, Неджи, слушай, ты жулик? Слушай, я так и проиграть могу. К сожалению, в арсенале у молодой Хинаты не так много приемов. Японский ты бог, а? Да чтоб тебя. Нормально. Ох, как оглушили его. Во, замечательно. Применил предмет сейчас. Первый раз, наверное, за какое-то время. Если я буду стараться, у меня все получится. Кричала Хината. Ранг Б получили. Ну и нормально. Осколок воспоминаний по стандарту.
Пожалуй, тогда я хорошо постаралась. Да, ты была просто невероятна. В итоге я все-таки проиграл, но я рада, что Наруто похвалил меня. Я удивлена, что ты вообще помнишь, что там произошло. Как я мог забыть? Я храню такие важные воспоминания в глубине сердца. Но Хината выглядит счастливой. Это хорошо. Знаете, путешествие с вами навевает столько воспоминаний. Да, и все это важные воспоминания. Слушайте, раз уж мы все равно пройдемся ностальгии, почему пути домой нам не заглянуть сами знаете куда? Сами знаете куда? В долину завершения. А, да, готов поспорить с этим местом, у тебя связано много воспоминаний. Тогда давайте туда зайдем. Ты не против, Хината? Да. Так, хорошо. Осколки памяти. В мире Дизи появились новые осколки памяти. Ну, замечательно. Новое задание. В долину завершения нам нужно пойти. Так. Но, прежде чем куда-то идти, я обещал ребенку найти здесь котенка. Он где-то здесь должен быть. Вон он, вижу. Так, хорошо. А, кстати, можно быстрым перемещением сделать, почему? Так. Да? Я все время забываю, что у нас теперь по локации можно прям быстро перемещаться. Это круто. О, кстати, я здесь не был. То есть, поместье Казыкага прям такое. Сюда я просто не добежал, похоже. Ну ладно, заодно посмотрим локацию. То есть, ну как бы, тоже неплохо. Жаль, камеру крутить нельзя вокруг себя промотать. Ну ладно. О, Ракага, ты что здесь потерял? Подумать, что мы встретимся в таком месте идеально. Я бы давно хотел размяться. Сразиться со мной? Идишкин ты хвост. Слушай, как-то я уже думал заканчивать это, принимайте вызов. Да когда я от вызова отказывался? Так, ну мы продолжаем сегодняшнюю традицию. Мы играем за Ханаби. Так, кого бы еще взять в напарники? Давайте возьмем Рин и Сакуру. То есть вот так вот ее. Так, стиль Ханаби вращения у нас сейчас будет. Новый приемчик. Мы сражаемся против Райкага. Не знаю, какая тут будет сложность, что вроде как никаких особых условий нету, там у противника ничего не увеличено, но Райкага явно хочет реванш. Ну, сейчас, я думаю, мы ему быстро... Давай, Ханаби. Так. Боже мой, я только сейчас заметил, что у него Гара и Шикамару в помощниках. Ох, смотри, там что-то, это, господи, Сакура творит. Как бы прилетело. Блин. Так, Рин, что ты делаешь? Она бревно катает своим забавным образом. Нормально, нормально все. Пока все идет путем. Кстати, вот этот предмет, который я только что использовал, если его правильно примите, оглушаешь цель, а потом просто делаешь сильнейший прием. Ты. Вы тут толпа жуликов. Так, ну-ка пробуем. Блин, Шикамару пришел, а? Так, что надо? Давай-ка что-нибудь сделай уже. Да что ты будешь делать? Ты смотри, никак его не поймаешь. Он бегает просто как совраска по полю. Есть, поймал. Так, тихо, нормально. Так, что вы там все провалились? Казыкага, Райкага. Райкага, я тебе сегодня точно на терке потру, а? Возможно, завершение тайной техникой. Ва! Так. Так, ладно, мне на самом деле не столь важно тайной техникой забить его, сколько уже просто избавиться от него. Меня уже раздражает. Мой мягкий кулак сразит любого. В моем Бекугане нет и следа облака.
Да, я знаю, что у нас особо никакой тайной техники не было, просто хотелось вот взять таких напарников. Победа в бою была здоровская. Ну что, Райкага? Теперь я буду Райкага. Все. Ты не заслуживаешь уже им быть. Так, ладно, тут ребенку надо отдать котенка, вот он. Боже мой, что у меня там кот делает? Так, все, мы отдали ему ребенка. Господи, отдали ему ребенка. Отдали котенка ребенку. Все, давайте будем заканчивать, наверное, потому что как бы серия уже немножко затянулась, но на самом деле это здорово, потому что у нас были клевые поединки. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока. You're